Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 21 марта. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Петух поет на заборе к ясной погоде. А вот если петух войдет внутрь дома и кричит, к ненастью. Зайцы пасутся на солнце больше обычного. К непогоде. Усиление ветра ночью предвещает потепление. А какая же погода ждет нас завтра, 21 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Розовое Советского района Саратовской области воздух прогреется до 1 градуса. Четверг выдастся солнечным и сухим. Здорово, правда? На хуторе Розовский Урюпинского района Волгоградской области за окном плюс 5 градусов. В последующие дни температура будет повышаться, а потом резко похолодает. В деревне Орлово-Розово Чебулинского района Кемеровской области плюс 4 градуса. Прекрасный выдастся денек. Успевайте погулять, а то потом солнышко надолго скроется. В селе Розовка Минераловодского района Ставропольского края плюс 7. Весенняя температура принесла осадки, так что без зонта на улицу лучше не выходить. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!